участник, конечно, Кубка мира предыдущего он, Антон. Ну, само собой, Сергей, да, что на, вы на думаете, что я не учел это? Стартует через 10 дней, к сожалению, наша сборная не отобралась. Но Сергей Попов сегодня сбрил свою роскошную бороду, которую он радует болельщиков каждый матч, видимо, в честь дня рождения. Поединки, но тем не менее, и желтые, и красные зачастую встречаются в их матчах. Но пока намека на грубость нет, зато вот есть намек. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, как Александр Дмитрук — опытный игрок, хороший бьющий, поэтому забивает Дмитрук. 3-0, смотрим на табло, пятая минута первого тайма. Владеет мячом, кто собирается заносить попытку. Пока что мы видим только общие контуры намечающейся атаки. Нападающими продолжают давление, зарабатывают штрафной. Интересно, что выберут сейчас. Кстати, что касается сегодняшнего матча, про который мы сказали, который Краснояр выиграл в Новокузнецке, формально все-таки именно в этом матче определились финалисты текущего розыгрыша чемпионата России. Хорошо входит, его здорово отрабатывают. Гадлюк здесь, Устинов. Хорошо, посмотрите, как Иван Устинов играет. Но! Устинов! Это что-то из Супер-15 мы сейчас увидели. Просто уничтожил оборону Пензенской империи. Закопал и проехался по нескольким игрокам, грубо говоря, как каток. И счет в матче стал 8-3 в пользу славы ЦСП. В преддверии Кубка мира нам показал, да, что-то из того, что нам предстоит смотреть на протяжении полутора месяцев по телевизору на канале «Перец», как вы сказали. Ну вот сейчас у нас Устинов продемонстрировал классный сольный проход. 22 метра, наверное, он как раз пробежал, вот начиная от линии, заканчивая линией зачетного поля. Прошел сквозь защитников несколькими фазами. То есть это как раз являлось именно сильной стороной. И, наверное, именно, кстати, этим же оружием хотят сегодня воспользоваться игроки Пензы. Но пока что у них ничего не получается. Есть на поле Гадлюк, который может пробивать поворотом. Но сейчас у мяча Дмитрук. Ну, судьи поднимают, хорошо. Больше я это советовать ничего не буду Дмитруку. Пусть забивает без моих подсказок. В левую сторону идут. Тут уже вот надо как-то... Поддержка нужна здесь, да, поддержка есть. Девятый номер Попков поднимает, а вот Маглакелидзе, по-моему, это был, если я не ошибаюсь, мяч не ловит. Преимущество показывает Владимир Воловик, Слава владеет мячом. И свечку вешает Гадлюк. Сейчас не ловит игрок Империи, набегают славяне, ну! Гадлюк приземлил, нет, поднимает руку вверх, да, Воловик, это была попытка. Да, Гадлюк. Да, Гадлюк сам себе ну вот вам и Герман мозг. Гадлюк. И приземлил мяч в чужом зачетном поле. Ну что, интрига жива еще или уже нет, Антон, как вы считаете? Будем надеяться, что жива, но тем не менее... Я пока буду надеяться, что она еще... Что пока попытка... жива еще. Пусть она не так уже бодра, эта интрига, но жива. Будем надеяться, что Империя еще зацепится, но, к сожалению, пока 16-3 счет. Ну, организовать атаку самому, пройти сам в дырку, но не получилось у него, мы знаем... Десятые номера. Часто любят так делать, так вот. Преимущество 2-1. Надо разыгрывать. Конечно. Крючков. Кирилл Крючков. Попытка. Есть Кирилл Крючков сегодня. По-моему, первый раз он или второй выходит в основе и кладет попытку. Кирилл Крючков. Не кладет он попытку. Нет. Подбежал к боковому арбитру. Мне показалось, что он в ауте не был. Брянцеву. Да, в ауте он не был, но был пас вперед. Последний пас, который 2-1 пытаясь разыграть Степанов и Крючков. В этом розыгрыше допустили элементарную ошибку. Был пас вперед. Так рвался Кирилл Крючков к своей попытке. Первой за главную команду. Или все-таки вторая попытка. Ну, надежно. Ну, два самых, одни из самых высоких игроков. Это и Осьминка, и Антонов. Тут на самом деле все просто. Ну что, попытка, да? Нет, блокировка. Блокировка показывает главный судья. Смотрите, уже две попытки незащитны, но обе совершенно по понятным причинам. По крайней мере, жестикуляция Владимира Воловика не вызывает никаких сомнений. Болельщикам все предельно понятно, и нам, комментаторам, за что. За всю игру это вообще, конечно, удручающе. Ну, смотрите, опять что творится. Видите, ну просто любой вброс. Да, иначе как безобразием, отсутствием игровой дисциплины не назовешь. Степанов, игра вперед, по-моему, была. Нет, да. нет, пока. У игроков Пензы показывает Владимир Воловик. Я сначала подумал, что у Славы нет. Гадлюк поднимает влево. Сироткин. Дальше. Попов. Дальше. Еще бы прогнать до края. Красиво. Очень красиво попытка что, Славы. Это Пшеничный, да, по-моему, это заносит попытку. Надо Пшеничных, как ракета вылетает за четку Империи. И на 59-й минуте матча делает счет 23-3. Это уже серьезная заявка на итоговую победу. И серьезная заявка на то, что и в этом матче завоюет бонусное очко команда «Слава». Остается только одна попытка до того, чтобы набрать, так сказать, атакующий бонус. И если это произойдет, то «Слава» мало того, что выиграет во всех матчах второго этапа чемпионата России, так еще и наберет почти максимальное количество очков. Посмотрим, как он
справиться с задачей, пробить дальний штрафной. Мяч летит, летит и залетает, по-моему, да? Нет, не залетает. Нападающие, вот опять мы видим построение, но только как-то странно, один действительно оказывается игрок. Поддержка успевает поздно и, судя по всему, нет, не забирают игроки славы мяч. Сейчас Павел Кураев будет бить поворотом или Империя выберет удар в аут? Извините, Сергей Потанин, 17-й Юрий Матвеев и 21-й Александр Журавлев. Ну, а тем временем Павел Кураев забивает штрафную. Журавлев очень так быстро вошел активно в игру, сразу в первый контакт. Почувствовать, чтобы мяч, почувствовать игру. Слава атакует. Кто это там у нас? Пшеничник, наверное. Мне кажется, опять, да. И скидка, и попытка блестящая. Кто это? Это Сидоров в шлеме или это Устинов опять? Надо вот Устинов Антон вам разобраться. Устинов ушел на замену только что. Значит, наверное, Михаил Сидоров. Попытка, да? Попытка? 71 минут или нет? Попытка, попытка. Да нет, судя по тому, что игроки Славы бредут к зачетке, это, по-моему, не попытка. Не, они просто идут к зачетке. Попытка, да? Да, попытка. Михаил Сидоров все-таки. Отходит, да? Назад. Ну что, фаз 5 уже мы увидели, можно продолжать давление нападающими, чтобы создать, наверное, численное преимущество Верия, а потом попытаться сыграть на руках. Я думаю, таков замысел, ну, в принципе, как у любой атаки. На Веера мяч переходит, ну что, будут гнать до конца? Нет, тут Слава не проигрывает в численности, еще игра вперед, да. У Империи, теряет мяч Пензенса, на этом атака закончилась. Не получается. У славян что-то они непонятное задумали сейчас. Ну, там показалось, что 9 номер немножко-то сыграл вперед, но тем не менее нет. Главный арбитр был рядом. Показал, что так поднимал мяч, никакой игры вперед не было. Сироткин ногой бьет. Наверное, марка сейчас будет. Нет? Не ловит мяч. Надо набегать славянам. Ну, наверное, уже похоже на то, что попытка будет. Кто это, Сергей? По-моему, это опять Пшеничных. Нет, могу я ошибаться, но очень похож. Пшеничных. По-моему, Пшеничных. Блестящий удар Сироткина. И Пшеничных набегает. И вот вам. Из простой довольно-таки ситуации славяне организовали попытку. Антон Пшеничных, 35-6. Но посмотрели, наверное, игроки Славы матч на выходных Англии с Ирландией. Там что-то похожее пытались соорудить англичане и соорудили мастерски. Ну, нечто подобное мы видим и на наших полях. Ну, идет на пользу. Минуте матча. Свою вторую попытку. Дубль. Антон... Дубль оформляет сегодня Антон Пшеничных. 35-6. И слышим мы свисток, да, об окончании матча, я так понимаю. Игра закончена. Мы так вот за последними минутами захватывающего регби как-то не обратили внимания, что да, время матча подошло к концу. Давайте поприветствуем нашу команду. Мы благодарим ее за хороший сезон и победу в моем кубке. Регби Слава! Слава регби! Сейчас наша команда будет награждаться малым кубком. Награждение проводит вице-президент регбийной премьер-лиги Мамука Александрович. Приз из рук вице-президента российской премьер-лиги получает наш сегодняшний именинник, капитан команды Сергей Попов.